Будет ли официально открыт пляжный сезон в этом году в связи с пандемией, пока неизвестно. Так говорят спасатели. Однако подготовка к пляжному периоду идет. Так, 1 июня на центральном пляже и в местах массового отдыха планируют начать работать спасатели и медработники. На данный момент водолазы поисково-спасательной службы обследуют дно центрального Волжского пляжа. Его очищают от посторонних предметов, которые могут нанести вред жизни и здоровью отдыхающих. Водолазы, скажем так, на ощупь ощупывают все это дно, потому что на глубине порядка 2,5 метров уже видимость нулевая. Вот. Зона купания у нас определена здесь. И галсовым способом они ощупывают все это дно. Весь мусор, который им попадается, есть и крупногабаритные. Вот. Все это извлекаем из воды на берег. В этот раз со дна специалисты достали мелкий бытовой мусор и деревянные коряги. Также на пляже чистят бассейны. Их обещают запустить в июне, а воду менять каждую неделю. Все же спасатели призывают горожан не спешить с открытием купального сезона. На Свияжском пляже уже дежурят спасатели и проводят беседы с отдыхающими. Ну, санкционированные места у нас информационными знаками обозначено, что купание запрещено. На всех таких местах, которые, скажем так, уже давно известны, вот все это... Таблички, информационные стенды, все развешано, предупреждение есть. Вот. Ну а для граждан желательно, конечно, чтобы в воду не залазили. Люди в форме раздают памятки отдыхающим и напоминают взрослым следить за своими детьми и не разрешать залезать в воду там, где купаться запрещено. Анна Тищенко, Рената Алиулова, Управда ТВ.